Здравствуйте, меня зовут Аркадий Баиров, я сотрудник центра Бир-Давид. Я арт-терапевт и отец ребенка с диагнозом аутизм. Как родитель могу сказать, что только одно направление развития малоэффектно. Лучшее – это комплексный подход, регулярность и контакт со специалистами. Одной из эффективных частей может быть ежедневное занятие с ребенком утренней зарядкой. Под веселую музыку в виде игры можно развивать в детях способность к обучению, ощущение баланса, ритма и движения. Если ребенок не проявляет интереса, нужно делать упражнения, манипулируя руками и ногами ребенка до появления устойчивых импульсов движения. И вот, когда это начнется, нужно будет приотпускать его руки и ноги, стимулируя самостоятельную деятельность радостной похвалой. Возможно, вы не поверите, глядя на эти кадры, но именно с этого я начинал свою работу с своим ребенком. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами и узнайте, все ли движения полезны и безопасны для вашего ребенка. Лучше всего получить специальную программу и заниматься, следуя ей. Мои лучшие результаты от всех видов реабилитации вы можете получить после прохождения терапии в нашем центре. Дорогие коллеги, родители, пожалуйста, помните, что любовь, ответственность, регулярность и контакт со специалистами поможет сделать наших детей здоровыми.